Когда мы слышим слово «ярмарка», то представляем себе торговлю товарами или различными вещами. Однако есть такие, где продают, а точнее дарят эмоции и знания. И речь идет о фестивале-ярмарке в фокусе «Семья». Она проводится уже 8-й раз. И в этом году участие принимает 35 различных социальных организаций. Они приехали с разных уголков региона, чтобы помочь семьям решить насущие проблемы. Начиная от воспитания новорожденного ребенка, заканчивая секретом активного долголетия. Все, кто так или иначе работает с разными категориями семей, сегодня демонстрируют свои умения, свои методики, практики, что они могут предложить семьям для того, чтобы наладить в семье отношения, для того, чтобы помочь пережить утрату близкого человека или горя. Это для нас сейчас очень актуально в период специальной военной операции. Для того, как проводить совместный досуг детям с родителями. Этот фестиваль нам действительно позволяет найти самые правильные инструменты для работы с семьей. Вот для примера одна из самых популярных площадок «Старший возраст. Десерт жизни». Здесь пожилые люди узнают секрет активного долголетия. Специалисты из комплексного центра Угловского района делятся своим опытом и специальной методикой, состоящей из небольшого комплекса дыхательной гимнастики. Упражнения – это просто они являются общеукрепляющими. Они улучшают обмен веществ, улучшают работу внутренних органов, всего-всего. И опять же, видите, пожилой возраст 65+, есть много показаний по здоровью. Да? И поэтому другие упражнения, например, на другие группы мышц, иногда затруднены. А здесь их нет. В этом его большой плюс, вот этого комплекса дыхательных упражнений. Добавим, фестиваль в фокусе «Семья» приурочен к празднованию Дня Матери и Всемирного Дня Ребенка и организован Министерством социальной защиты при поддержке правительства региона. А лучшие социальные практики, методики по итогу фестиваля-ярмарки будут отобраны на всероссийский конкурс, чтобы уже на всю страну показать свои разработки. Дмитрий Дроздов, Алексей Фризин. День с толком.